Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Толбухину, адмиралу Октябрьскому. Войска Украинского фронта 8 сентября пересекли румыно-болгарскую границу. За два дня продвинулись вперед до 170 километров. Заняли важный узел коммуникации Шумен-Шумла. Крупный порт на Дунае Руссе-Рущу. Во взаимодействии с Черноморским флотом овладели городами и крупными портами на Черном море Варна и Бургас. Ты меня не спрашивай, где я служу, я про это молчу не случайно. А я тебе скажу, я при конях служу, остальное военная тайна. А я тебе скажу, я при конях служу, остальное военная тайна. А ты меня не спрашивай, где я стою, эта местность тебе незнакома. А я тебе скажу, я за правду стою далеко от родимого дома. А я тебе скажу, я за правду стою далеко от родимого дома. Проезжай! Ну! Алексей Иванович, а? Как же так? Чтоб у тебя-то прокол? Мозырский мелец, что хошь сломаю. Отставить шуточки. Есть. Тут вот что вышло, товарищ старшина. Лошади свои, двужильные. А фура, она хочет трофея, а... Дерьмо. Короче, ремонтируй, помощников нету. И пули догоняй часть, чтоб к вечеру был как штык, ясно? Слушаюсь. Ну! Товарищ старшина, а с румынкой как быть? Ясно, понятно. Сам соображай.
А ты меня не спрашивай, кого я люблю. Ты поверь мне на честное слово. А я тебе скажу, что тебя я люблю. И коня моего боевого. А я тебе скажу, что тебя я люблю, и коня моего боевого. Бай Флоро. Не сойдет Красная Армия в наше село. Зачем ей сворачивать с дороги? Ей на Берлин идти надо. Зайдет. Обязательно зайдет. А я говорю, не зайдет. Не может она в каждое село заходить, тем более в такое глухое. Не зря же сюда полиция сослала Живка. Ида! Ида! Здравствуйте. Здравствуйте. Кто главный? Пока еще нет. Старая власть отменили, а новые еще не назначили. Все главные? Да. Тем лучше. Тогда... Доживей, народ, это власть! Ура! Тогда послушайте, уважаемые братья, товарищи болгары. Так уж вышло, что оказался здесь я, с повозкой. Да еще с поломанной. Но повозка — это боевой экипаж, и хромать ей никак не годится. Так что прошу помощи. Мчет, дайте допомогнем с ней, что спешу, уважаемые. Эй, совсем чупино. Тороплюсь, товарищи граждане. У вас тут праздник, а мне от старшины попадет. Борзо, человек, борзо. Треба нову. Давай нову. Давай. Новое поставят. Давай. Братушка, скажи людям речь. Товарищи, братушки, поздравляю вас и желаю. Вот на обратном пути поговорим, а сейчас спешу. Без меня обоз неполный, а без обоза какая ж армия? Ура! Браточки, нет на вас моего старшины, граждане мастера. Это ж боевой экипаж. Ну за что же вы его так, цветочками? Не по уставу. Хорошо, нравится? Наши мастера лучшие в округе.
Съест меня старшина сухим пайком, без остатку. Братуська, подожди. Возьми с собой в город. Не могу, не положено. Ну там революция, Отечественный фронт. Не положено. А она? А на нее особый приказ имею. Товарищ, пожалуйста. Ты дорогу в город знаешь? Как знаю. Ну давай, залазь. Довиждане, довиждане. До свидания. Спасибо вам. До свидания, Байфлора. Как же так, Живко? Ты нам рассказывал про новую жизнь, а пришла свобода, бежишь. Не говорите так, я вернусь. Ладно, Живко, постарайся, чтобы она в дороге полегче стала. Прощай. Благодарю за всичко, другари! До сих вечера, над армия! Ура! Ты меня не спрашивай, когда я приду, дорогая моя половина. А я тебе скажу, что я скоро приду, но сперва напишу из Берлина. А я тебе скажу, что я скоро приду, но сперва напишу из Берлина. Как дела, интернационал? Ну, давай знакомиться. Олесь Иванович Казанок я, из-под Мозыря, деревня Славковичи. Слыхал? Зря. А должность имею, ну, не то, что самый главный, но лошади меня слушают. А тебя как? Живко, Георгиев. О, хорошее имя, живучее. До 100 лет проживешь, плюс выходные дни. А ты откуда русский знаешь? Учил. В университете. Мы ее у немцев отбили. За собой девчонку везли. Хотели веселый дом приспособить, жеребцы. Ну, чего ж держишь? Тебе ж сказали, чтобы она полегче была. А за знакомство положено, верно? Правильно. На здравие. Пожалуй, выпью, а то еще обидишься. За нашу победу. И ты боролся? В демонстрациях участвовал. Листовки разносил. Поэтому и сослали сюда, в деревню, под полицейский надзор. Автобиография. Ну, вы гуляете, а мне на службу пора. Как сказываешь? Как тебя зовут? Дай не нами. Развил их здесь. Погляди. Прямо самая короткая дорога. Через 4 часа будем в городе. Будем дома. А мне домой через всю Европу добираться надо. Не видать моего дома поза дымами. Да. Дорогая моя половина, а это два хлопчика и дочушка. На меня похожи. Родителю приятно. Даже верблюда охота, чтобы у нее дитё с горбом было. Люблю детишек. А ты женатый? Нет. Почему? Некогда было.
Но все равно надо, чтобы нас кто-то ждал дома. Тебя кто-нибудь ждет? Кто это? Мама. Я один у нее. А, ну иди сюда, посиди с нами. Ну. Радоваться отвыкли мы за войну. Будем всему учиться заново, как дети малые. Под Мозырем мы и остались, деревня Славковичи. С июня 41-го от них весточки не имею. Все жду. Вот, братка, такие драники, как говорят у нас в Славковичах. Вот это шельма. Хитра. Настоящая шельма. Как женщина хитрая. Ишь, придет ушами. Понимает, об ком разговор. А вот это гультай. По-нашему, значит, лентяй. Ишь, смотри, смотри, так и норовит на полшага сзади тянуть. Только шельму не обманешь. Она сама кого хочешь проведет. Ты что там увидела, барышня? Хитля капут! Хитля капут! Кри капут! Хитля капут! Хитля капут! Хитля капут! Что будем делать? Брать в плен. Хитля капут! Это мы и сами знаем, что Гитлер капут. Что ж это выходит? Мы в обозе, а вроде как бы на передовой. Значит так. Немца берем в плен. У них на одного меньше будет. Хитлер, капут! Капут, капут. Живко свяжи ему руки, нам спокойнее будет. Свали кулана. Рацете. Good. Тебя другие обидели. Другие. Вот дуреха. Ее везешь, жалеешь. Она тебе контузить норовит. Никто тебя не тронет. Не бойся. У нас на этот счет дисциплина. Сельферштейн, а? Я вор. Ну. Живку! Залазь! Живко, поехали. Эх, казенный, шире шаг. Че ты уйца, Шаламире? Что ты смотришь на меня так? Ну ты моя Таша. Не смотри. Нам ничего вины. Я ни в чем не виновата. Маусь. Слышишь? Ничего вины. Ни в чем.
Опус мене пі міне, тим полюразій. Вони схватили мене во время облави. Кубратель Антуарсі. Хотіли знасиловать. Оврут, Седорм, Куєй, Кутой, Ярин. Вони викручували руки. Вони мали тим піші блісти мати. Грязні скоти. Мерувати на офіцер дінтр солдат. У солдат мене отобрал офіцер. Мерувати цифа Куєль драгості. Драгості цифа Куєль. Я спала Куєль. С ним. Только я скорее бы подохла, чем отдалась ему. Я ни в чем не виновата. Не смотри на меня так. Я ни в чем не виновата. Марико, не плачи. Разбери, война то сверши. Мир, вече е мир, мир. Паче. Не смотри же на меня так. Нам ничего вины. Я ни в чем не виновата. Их ты, какой глубокий колодец отрыли. Пока лошадей напоим, мой обоз до Берлина дойдет. Что это? Это полиция разыскивает Дмитрия Йотов. За его голову дают 50 тысяч лев. 50 тысяч. Видать, сильно боялись парня. Да. Все. Не надо больше скрываться, Дмитрий Йотов. Теперь ты гражданин свободной Болгарии. Ну-ка, свободный гражданин, помоги. Живко! Развяжи руки. Снимай сапог. Ну? Ух ты! В госпиталь не пошел, ноги не пожалел. Да чего ж ему под конец воевать не захотелось? Как бы ногу не потерял. Грек, капут. Одно слово говорит, капут. А как? Пахан. Это все равно. Тебе медицина нужна. А то в самом деле капут случится. Йоган. Добрый день, бабу. Когда живе, фельдшер? Эй, там. Ага. Вот здесь. В отпуск со мной приемом. Веришь, я в отпуске не принимаю. Вы фельдшер?
Я фельдшер. Надо осмотреть раненого. Я в отпуске не принимаю. Поймите, русский солдат спешит. В фуре раненый, надо его осмотреть. Прошу вас, молодой человек, объясните господину советскому солдату, что в подобных ситуациях я придерживаюсь абсолютного нейтралитета. Подчеркиваю, абсолютного нейтралитета. Надеюсь, вы понимаете, что значит нейтралитет. Ах, нейтралитет. Господин медик, там человек мается, раненый он. Фашист, конечно. Но мне его в часть на двух ногах доставить надо. На одной засмеют. Скажут, казанок полпленного взял. Подчинялся на насилие то. Боже мой, какви времена. Какви времена. Никто не считается с убеждениями интеллигентного человека. Руэ, можно ли побыстрее? Я не могу быстрее, когда на меня направлено оружие. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как урожай, товарищи болгары? Хороший? Плохой? Ну, ладно. Готово, господин офицер. Но я хочу напомнить вам, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не меняю своих убеждений. Не люблю быть в долгу, господин офицер. Может быть, что-нибудь нужно? Мыльца хорошего не найдется. Сапун. Сапун? Каков? За какво? Для чего? Ну, голову помыть. Ага. Прекрасный шампунь. Экстра качество. С оригинальной эссенцией казанлыкской розы. Довоенный сон. Мечта женщин. Человека забудешь, а этот аромат никогда. Сколько? Господин офицер, я не торговец. Презент. Для напонимания. Ну ладно, разберемся. Спасибо. Добрый день, госпожице. Здравствуйте, девушка. Она румынка, не понимает. Ну вот, я же говорил, если бы маршал Антонеску соблюдал нейтралитет... Понимаешь?
полный нейтралитет. До города еще далеко? Еще полдороги. Ага, значит, поспеем к сроку. Куда ты? Конский состав привала просит. О! Ха, чистая роза! На-ка! Чистая роза, привыкай! За граница! Я с ними, как в 41-м, ушел из колхоза. Так четвертый год и воюем вместе. Счетовод наш тогда с меня за них расписку взял. Чин по чину. Так что я, согласно бумаге, должен их в целости и сохранности возвратить. Марика! Марика! Живко! Ты погляди тут. Марика! Марика! Мыло возьми, снайпер. Ну и девка. Динамит. Шрапнелью по кавалерии. Пойдем купаться. Нет, спасибо. Ну, пойдем купаться.
Не стреляй! Это партизаны. Какое имя? В чем дело? Ханек мегу креселут. Крадешь сено? Крал сено. Ты эти свои привычки брось. Я. Гитлер капут. Крик капут. Видишь? Проясняется. Какого тоже? Вошли? Мой. Йохан. Взяметесь. Тогда забирайте. Придется. Вы не видели здесь подозрительных людей? Мы ищем отряд полицейских. Хотят сбежать за границу. Нет, не видели. Они ищут полицейских. До свидания. До свидания. Ну ладно, ладно, хватит. Поехали. Я чуть подкову не потерял. Живко, а у вас тоже подкову счастье приносит? Да. Тогда на, держи на счастье. А то мы его чуть по дороге не потеряли. Давай сюда, братушка. Стояно! Иди сюда, стояно. Говори, я слышу. Что чуя? Иди сюда. Добре дошел бы, братушка. Эй, дудох ты после. Живко! Эй, чичка, можем ли да подковем коня у вас, а? Може. Алис. Эй. Можно подковать? Братушка. Можно. У нас. Стояно! Казвай, иди. Да говори же, я слышу. Скажу. Мишку за митку ли? Что-нибудь за митку? Встречай гостей. Заповядайте. Заходите, пожалуйста. А, добрый день. Заходите. Добрый день. Слизите, заповядайте. Далечились? Прямая трасса. Славковичи, Сталинград, Болгария, Берлин. Славковичи знаешь? Знаешь. Мой дом. А Берлин? Не знаешь? Ну, логово. Не знаешь. Ну ничего, разберемся. Братушка, да бишь ты починал в кышке 2-3 дня, а? Сейчас. Живко? Да. Да бишь ты устанали 2-3 дня, а? Приглашают погостить. А? Нет, брат, не могу. Меня армия ждет. Армия без обозу, что винтовка без патрона. Один день будет. Не могу. Заповядайте, скопи гости. Не мне отказывайте. Некогда, хозяйка. Старшина у меня звонкий до чрезвычайности.
Надо зайти, обидишь. Да? На минутку. За минутку. А я... Синът, Митко. Нашия Митко цяла година уже год, как от нашего Митка, нет вестей. Казват, че там слышали мы, на горе Балкан был большой бой. То Балкан, далече, Балкан будто и далеко отсюда. Но у нас страна маленькая, где что-нибудь случится, везде слышно. Люди говорили, будто Митка наш погиб в этом бою. Но никто не подтвердил. Ни в полиции, ни в городе. А парня все нет и нет. Придет. Ну, а какой им расчет скрывать? Свали. Дай да упера. Она хочет спасти. А? Наше солнце горячее быстро высушит. Дай, не стесняйся. А где бы... Заповядайте. Проходите. Сядай. Садитесь. Сядай. Иди. Заповядай, братушка, сядай. Зачем вы это повесили? У нас нет фотографии Митка. Я ночью со столба снял. Хотел только портрет оставить, а мать не дала. Говорит, пусть висит, чтобы помнили мы, во сколько голова нашего сына оценивалась. Фотографии сына нет, поэтому повесили. Понял? Понял. Разбрали. У нас таких случаев тысячи были. Уйдет сын на фронт, год-два нет вестей, а то и похоронка придет. Мать уж все глаза выплачет, и вдруг смотрит, сын ее на пороге стоит, жив и невредим. Здравствуй, моя родная. Разбрали? Разбрах. Понял. Угу. Ну что же, освежает. И сближает. Сближает. Ну, спасибо. А ведь я видел его. Помнишь, Живка? Я ведь тебе тогда еще у колодца говорил. Знакомый, говорю, что-то какой-то парнишка. А теперь точно вспомнил.
Видел. На Дунае. Там на переправе партизанский отряд был. И среди них он. Димитр Йотов. Алис, поехали. Поехали. До свидания. Слышала? Видел Митку. Видели Митка. Я ж не дойду с вас. И я поеду с вами до города. Испытай, мати, ой, испытай, мати, де уше раеву тяти. Ой, испытай, мати, де уше раеву тяти. Шеравутя, ой, шеравутя, на Дунаи ночуе. Ой, шеравутя, на Дунаи ночуе. Я наш маю, ой, я наш маю, да всего рачка чує. Ой, я наш маю, да всего рачка чує. Ветер веє, ой, ветер веє, ой, веє, ой, ветер веє, да ветер и повяває. Откуда ты мою песню знаешь, Йоган? Может, ты в Славковичах был? Может, ты у меня в хате был? Хлопцев моих видел? Дочку! Говори, гад! Стой! Стой, стерва! Залазь, Йоган. Чуден человек си ты, братушка. Может, той кышта-то до тебя запалил, а ты его жалишь. Странный ты человек, братушка. Может, он твой дом сжег, а ты его жалеешь. Я б на твоем месте. На. Но, может быть, он твоего сына. Ну, а может быть, не он. На. Не можешь? Вот и я не могу. Да, долгие у вас часы в сентябре. Никак до города не доедем. Стой! Стой! Какой мебе? В чем дело? Хотите, чтобы вас перестреляли? Братушка! Братушка, на мельнице закрылись мельник с сыном. Не верит, что пришел конец старой власти. Не пускает зерно молоть. Стреляет в нас. У них оружие, а у нас только один самопал на всех.
мука кончилась, дети голодают, а они патефон крутят, сволочи. Люди просят помощи. Я понимаю. Но нам крепко-накрепко запрещено вот встревать в ваши дела. Нейтралитет. Давай я. Давай. Ну, зачем тебе рисковать в такой день? Тебе еще жить надо, живка. Дай-ка. Йоган. Вот в этого они стрелять не будут. Главное, как учил старшина, раскинуть мозгами, изучить обстановку. Это стратегия. Потом мельницу возьми, а стрелять не моги. Но это уже мелочи, тактика. Ну, Йохан, форвард, значит, крик капут. Понял? Биты? Ай да, Йохан, как идет. А если он повернет автомат на нас? Магазин пустой. Стратегия. Ну и, конечно, тактика. Так что задание выполнено. Разрешите отправляться. Как говорится, хороший гость долго не гостит. Кто это? Полицай, убийца. Кого убили? Не знаю. Как так? Да так. Людей привезли ночью, расстреляли там на холме и закопали. Теперь палачи сами будут откапывать. Я говорю, зачем вы даете им лопаты? Пусть ногтями роют землю.
Дай мне турбат. Дай мою сумку. Вы продолжаете. Вы поезжайте, а я останусь. Может быть. Продолжайте, вас чекают. Поезжайте. Yeah.
Шельма. Шельма. Шельмочка. Шельма. У нас тяжело раненый, грузовик сгорел. Отвези, пожалуйста, раненого в город. А нам надо поймать остальных бандитов. Это те полицейские, которые хотели прорваться за границу. Капитан Гочев. Знаете ли вы его? Старый знакомый. Увидите их. Нет дорогой воды. Видишь, она тоже раненая. Сейчас найдем тебе, вот найдем. Память на загиналит. Русские войны. Памятно загинули ты русские войницы. Памятник русским солдатам, освободившим нас от турецкого ига. В Болгарии таких много есть. Выздоравливай, браток. Зашьют, как новый будешь. Держись, браток. Держись. Добре дошли. Выздоравливай. Приехали. Вот здесь я живу. А, поздравляю. Добре дошли. Это самая лучшая вода в мире. Попробуйте. Хорошая вода, криничная. Она прямо из гор. Изворная вода, изворная вода. Извор. Апыдин извор. Давайте, пойдемте. Мама будет очень рада. Постой, Живка. Понимаешь, не могу. Извини, брат, дела. Ее вот надо доставить по назначению. Приказ. Да Йогана определить надо. Спасибо за все, Алексей Иванович. В этом доме всегда будут ждать тебя. Спасибо. Ну и по-русски. Матери кланяйся.
С тобой делать, рядовой казанок? Обоз твой ушел, лошадь ты потерял. Ну что, скажи на милость, мне с тобой делать? У меня и гауптвахта еще нет. Значит так, румынскую гражданку мы завтра отправим домой. Пленного сдай под расписку, переночуй и утром догоняй часть. Только уже без остановок. Слушаюсь, товарищ майор. Народ здесь, товарищ майор. Ну, кому рассказать, не поверят. Я-то поверил. Теперь тебе пусть твой старшина поверит. Действуй. Есть. Пошли, Марик. Да. Йоган. Найдет тебя Живка, найдет. А ты не плачь, не плачь. Жизнь твоя, она ведь только начинается. Всего можно сказать один день в чужой стране и столько друзей. Как тебе удалось? Удалось. Такая уж эта страна, Болгария. Да, мне в комендатуре дали письма для вашей части. Передашь? Подержи. Ну что, земляк, получил письмо? Пишут.
Во знаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся в операциях на территории Болгарии, представит присвоению наименований Рущукских, Шумлинских, Варнинских, Бургасских. Сегодня, 9 сентября, 23 часа, столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и морякам Черноморского флота, отличившимся в операциях на территории Болгарии, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.